Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Юрич, и мы начинаем перевод манускрипта Войнича с первого листа второй страницы, где изображено данное растение. Переводить мы начнем со словарем. Теперь у меня есть вот такой словарь, и этот словарь называется «Малый словарь афорусского английского языка». Почему именно афорусского? Ну, это в честь первого слова, которое написано в манускрипте Войнича. А первое слово – это «фарус», которое переводится как «сверхсветлый». Конечно, это слово можно было перевести как «бог», но все-таки «сверхсветлый» – это более точный перевод данного слова. А теперь несколько слов о самом словаре. Вот сейчас я его открою на компьютере, и вы увидите данный словарь. Это малый словарь фарусского, русского, английского языка. Пришлось потратить некоторое время на то, чтобы составить его. Вот, что входит в него? Ну, прежде всего, это фонетика гласных и согласных звуков, как они читаются, вот вы видите прекрасно на экране. То есть здесь гласные буквы, а с другой стороны начинаются согласные. Транскрипция дана как на русском, так и на английском языке. Почему именно малый словарь? Потому что, значит, из 98 символов буквенных, которые входят в язык манускрипта Войнича, я выбрал основных 27 символов, которые в основном и встречаются при написании текста. Вот здесь они как раз изображены. Ну а дальше уже идет сам словарь. А теперь мы опять возвращаемся на первый лист, на вторую страницу манускрипта Войнича. В Википедии эта страница обозначается как 1В. Здесь изображено вот такое растение. Вот это вот, кстати, более четкая прорисовка данного растения. И что мы здесь видим? Текст, который мы видим на этой странице, условно можно разделить на два абзаца. А начнем перевод вот с этой первой строчки, где автор манускрипта дает название растению, которое изображено на данном листе. И, конечно, непременно заглянем в наш словарь и найдем первое слово, которое здесь написано. Читается оно, конечно, корявенько по сравнению с нашим языком, но тем не менее мы знаем его значение. Дальше мы переходим ко второму слову, которое написано в данной строчке. И у нас получается вот такое название – «Пучеглазка солнцеподобная». Почему название здесь звучит в женском роде? Потому что здесь есть прилагательное «рабайн», которое в языке манускрипта Войнича обозначает женский род. Хотя, в принципе, можно было перевести это название и более, так сказать, красивее. Допустим, «пучеглаз солнцеподобный» или, ну, допустим, «черная жемчужина». Хотя «пучеглаз солнцеподобный» более реально. Почему именно так автор дал название этому растению? Видимо, он обратил внимание на то, как составлен цветок данного растения. Если мы возьмем, допустим, с вами какой-нибудь вязаный из ниток шар и поместим его на лист, потом нарисуем вокруг него вот такой вот интересный чашелистик, то у нас получится данное соцветие, которое сверху, может быть, выглядит вот таким вот образом. Может быть, поэтому, глядя на это соцветие, автор и назвал данное растение «пучеглаз солнцеподобный». А теперь из словаря будут даны несколько ключевых слов к переводу первого абзаца, ну и, конечно, сам перевод. И вот каким образом звучит гладкий перевод данного текста. «Пучеглаз солнцеподобный. Стебель растения в верхней части заканчивается чашелистиком в виде рожка. Стебель гибкий, упругий, прямостоячий, имеющий трубчатую цилиндрическую форму, несущие стреловидные листья, расположенные поочередно». Вот сейчас вы видите перед собой данный текст. А теперь тот же текст первого абзаца, только на английском языке. А теперь переходим к переводу
второго абзаца данного текста на данной странице. И еще раз обратим внимание на растение, только теперь его на нижнюю часть, то есть на корень данного растения. Вот, смотрите внимательно. И будем переводить вторую часть второго абзаца, в которой речь идет о корне. И опять несколько ключевых слов из словаря и сам перевод данной части этого абзаца. Корень растения покрыт острыми волосками, согнутыми, толстоватыми, крючковатыми, расположенными по краю цепкими когтями. Корень похож на кротовую лапу. Очень хорошо осуществляет захват с почвой. И вот перед вами данный текст этой части второго абзаца. А теперь то же самое, но только на английском языке. Ну что ж, не будем останавливаться на достигнутом и переходим к переводу первой части второго абзаца. Скажу сразу, что эта часть далась очень сложно, потому что очень долгое время я не мог перевести одну из ключевых фраз данного текста. Поэтому немного текст получается у меня в переводе корявеньким. Поэтому данная часть текста дается с небольшими, скажем так, текстовыми провалами. И звучит следующим образом. Цветок, состоящий из лепестков трубочек, собранных в головку, образуют мелкие шаровидные семена. Итак, вот данный текст на русском языке. И эта же часть текста только на английском языке. Итак, в результате работы с текстом на странице 1В манускрипта Войнича мы получили перевод текста на данной странице. Ну а насколько перевод правильный и точный, это, как говорится, уже судить не мне. И если у вас есть свои мнения по поводу перевода на данной странице, пожалуйста, присылайте. Может быть, это и поможет в дальнейшей работе над текстом. Ну а так все-таки скажу, что неточности и ошибки все-таки существуют. И над ними нужно кропотливо работать, чтобы в конце концов с доскональной точностью разобраться в этом тексте. Да и не только в этом, а в любом другом тексте манускрипта Войнича.